Всем привет! У нас сегодня привет. Позднее приветствие. Уже 3 часа дня. Уже 3 часа дня, да, после 3. Немножко мы сейчас собираемся обедать. Супчик сделали очень вкусный. Щи, такой зимний суп. Да. Вот, что мы делали. Занимались делами. Ничего так. Делали видео. Делами делали видео. Вот, погуляли с Джеком, я сходила в душ. Сейчас буду тоже приводить себя в порядок. Сегодня у меня арбайтен, работа. Арбайтен. Вечером. И поедем в магазин, да? Да. Мы сегодня будем делать селедку под шубой. Да, которую я должна была сделать вчера, позавчера. И сегодня. Вот сегодня уже точно сделаю, что варю картошку. Так что сейчас будем такими кулинарными домашними делами заниматься. У нас уже темно, покажи. Мы уже включили лампочки, потому что темень темная. Джека, отдыхаешь? Гулял, покушал, поиграл чуть? Так, да, у нас уже начинает темнеть. Снег весь тотает. Вся вода, да. Скользко там. Был минус, сейчас на улице плюс. 2 дня каких плюс, плюс 3, плюс 4. А потом снова минус. Бомбанет, да? Бомбанет. Идем кушать. Так что вот, будем обедать, кушать и смотреть интерны. Интерны. Интерны еще. Давай, садись. Пойдем кушать. Джека, приятного аппетита. Ай, как ты на камеру работаешь, хорошо. Так быстро он оформляет эти косточки. И сразу по ему видно, что хочет еще. Еще? Сейчас гулять пойдем. Ну что, мы уже закупаемся. Мы купили тут тряпочки на кухню. Купили курочку, будем готовить в духовке. Фарш говяжий, уже котлетки Богдан захотел. Вот, сахар закончилось, так, там яйца, салфетки для дома, овсянку тоже, да, хлеб-батон, макарошки, в общем так, чуть-чуть всего закончилось, овощи, фрукты купили, мыло вот закончилось, взяли такое, вот, сосисок, в общем, всего, ай, вот, закончилось это, как оно по-русски, baking paper. Бумага для выпекания, в общем, и два русских человека и пленка тоже закончилась, взяли. Вот, так что идем на кассу, будем оплачивать. Сейчас тогда с Жекисом погулять, а Валя готовит кушать. Будем отдыхать. Привет! У нас тут такая красота, а я сейчас готовлю кушать, и будем кушать. А что мы будем кушать? Я готовлю эти куриные грудки со сливочным соусом и с макаровками. С такой подливочкой. Так что давайте, как приходите вкусно. Быстрее. Что, мы идем тогда с Джеком погулять и скоро будем. Давайте. Итак, вот такая вот еда у нас получилась. Я еще добавила брокколи, тут шампиньоны. И все с курицей в сливочном соусе. Будем это кушать с макарошками. Так что, где мои принцы, короли? Один вон лежит, а второй. Будем кушать? Конечно. Давай. Всем приятного аппетита. Ну что, вот такая вот селедка под шубой у нас получилась. Мы не стали дожидаться сильно, чтобы она настоялась, потому что хотим ее попробовать поскорее. Она еще должна тут настояться, конечно. Но я думаю, завтра будет очень даже вкусно. У нас еще осталось. У нас еще осталось и картошки, и селедки достаточно много. Я думаю, что завтра я тоже сделаю еще чуть-чуть. Вот. Ну и все, мы съездили в магазин. Ой, закупились так немножко
на выходные, чтобы туда не ездить. Завтра будем готовить котлетки. И что мы еще завтра? А, и я хочу завтра приготовить блинчики. Вот. У Джека появилось излюбленное место. Как ты тут красиво выглядишь. Ай-яй-яй, как тебе тут классно. Джека, расскажи, как тебе тут лежится? Ай, ты нашел себе королевское место. Красиво так выглядит, да? Смотри, если так общую картину взять его. Ёлочка. Ой, ёлочка. Все, встал, попозировал и хватит. Я поняла, ладно. Красавчик. Ты красавчик, да? Красавчик. У нас небольшой перерывчик. Доедаем крабовый салат. Включили. И смотрим шоу «Голос». «Голос». У нас так красиво, мы уже все глядим. Да, мы шоу «Голос» не посмотрели еще с прошлой пятницы. Да. И решили сегодня посмотреть, так как завтра еще одна. Еще один, ну надо, да, догонять. Вот, так что мы сидим тут по-новогоднему. Классно у нас тут. Огонечки со всех сторон. Уже все украсили. Ага. Смотрите наше видео, которое мы выложили. Вот, надеюсь, понравилось. Вот, а мы будем сидеть кушать. Что-то хочется такого закусить. Да. Джека, ты тоже будешь с нами кушать? А, ты будешь кушать, да? Ну, я не сомневаюсь.